Друзья мои, подписчики, гости канала, всем привет! С вами я, Дима, канал «Владелец аквариума». Сейчас находимся на моем рабочем месте. Я притащил сюда маленький аквариум. Будет новый проектик. Вот. Вот такой аквариум. Это, наверное, кто-то знает. Сейчас я свет включу. У меня тут таймер. Вот так. Вот. Это колларовский комплект, который шел со светильничком, с крышечкой, с подложечкой и вот такой 4-литровый аквариум. Значит, что здесь? Здесь пока все каламбур. Буцефаландры я забрал с фермы, где у меня стеллажи. Забрал вот этот вот печеночный мох, немножко лавы. Поставил сюда компрессор, также колларовский, вот этот супер тихий, вот нагреватель колларовский стоит, вот. И посадил сюда креветок Blue Dream, вот они, я не помню сколько тут, 4 или 5 штук. В общем, сюда я еще помещал оманок, но, к сожалению, оманок я нашел на полу вчера, они все повылазили. Ну, не все, 3 точно. Ну, не знаю, видимо, им что-то не подошло, и они решили сбежать. К сожалению, оманки, да, вот кто держит, знают, они такие, они любят путешествовать, поэтому лучше накрывать аквариум. А тут же есть щель, поэтому они благополучно отсюда смылись. Вот, но сегодня утром я больше не вижу, кроме тех двух. Вроде нет. Вроде нет. В общем, вот такие дела, ребята. Воду я принес частично со своего аквариума, частично залил с под крана. Посмотрим, как отреагируют буцефаландры. Вот. Ну и, соответственно, здесь я буду грунт какой-то насыпать. Это будет, скорее всего, кварцевый белый песочек. Вот. Ну и что-то с камнями порегулирую, с вот этим мхом и так далее, чтобы это все выглядело как-то более-менее красиво. Вот. На сегодняшний день все. Вот такие вот новости. Давайте ваши советы, давайте ваши комментарии, ваши лайки, дизлайки, кто как хочет. Любая активность на канале приветствуется. Это меня стимулирует к созданию новых видео. Всем спасибо, кто посмотрел. Хорошего настроения. Всем пока.